Когда вы живете сами, а оплачиваете свою хату за то, что вы заработали. Вот сами, не папа, мама вам принес это бабло. Вот в этот момент вы становитесь взрослыми. А до этого вы ходите в подгузниках и памперсах, даже если вам 40-30 лет, и живете там, что называется, вы просто лошара.